Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Как обычно, по традиции, вместе со мной заряжаем себя на самый лучший день и проговариваем такие слова. Сегодня я нахожу свое счастье в самых простых вещах. Вот повторяем один раз, вы посмотрите, что сегодня день будет самым счастливым. А теперь небесное послание на 18 августа. Важность настоящего времени. Как бы мы не были сконцентрированы на своих планах и идеях, как бы нам не хотелось поскорее приблизиться к результату, важно научиться не жить завтрашним днем, а жить и здесь, и сейчас, в настоящем моменте. Помните, что прошлое уже ушло, а завтра никогда не наступает. И каждый день мы можем либо копаться в прошлом, либо переживать о туманном будущем, либо же научиться жить в настоящем времени. Оглянитесь вокруг, кто вы, чем вы занимаетесь, что вы любите больше всего. Как можно чаще в гонке за целями останавливайтесь и осознанно проживайте этот самый текущий день. Почувствуйте запах цветов из окна, распробуйте и насладитесь вкусом еды, которую едите за обедом, или обнимите своего ребенка, который принес вам нарисованную картинку, потому что через секунду эти моменты станут вашим прошлым. Учитесь получать удовольствие от простых моментов жизни. Не гонитесь, не заглядывайте в будущее. Никто из нас не знает, каким оно будет. Все, что вы можете, это повлиять на настоящее мгновение и прожить его максимально ярко и осознанно. И в течение сегодня обязательно повторяйте такие слова. Сегодня я сосредоточена на опыте настоящего момента. Вот повторяем 7 раз, и вы посмотрите, что вы обязательно будете жить именно так, как хотите вы.